Если у тебя по плану тренировка, на улице идет дождь, то у тебя есть всего два варианта. Либо забить на тренировку, либо забить на дождь. И ты знаешь, какой вариант выбираем мы. И сегодня мы в гостях у ребят из команды «Барбос». Легендарные балашихинские ребята. Здесь я правильно произнес название города? Здесь есть еще Саня. Вы спрашивали, где Санек? Санек, все соскучились. Соскучились, что скажешь по подписчикам? Я застрял в Балашихине. Застрял. Итак, сегодня мы будем тренить по легендарным схемам, которые позволяют набрать мышечную массу, как у Мурата. Покажи мышечную массу. Ну? Вот такая вот бицуха может быть. Чисто турники и брусья. Чисто турнички. Сегодня мы потреним вместе с ними, и, может быть, бицуха у Ярика тоже вырастет. Вырастет у тебя бицуха? Надеюсь. Мы тоже надеемся, Яр, мы тоже. Итак, разминаемся и погнали. Что мы делаем первым делом? Начинаем лесенкой. До 20 шагов и обратно. По 5 минут. Прям лесенкой? Мощно, мощно. Давай. Два. Вот это мощно. Мощно. Только не торопи очередь, не торопи очередь. Ну что, как ощущения от тренировочки? Это что-то невероятное! Подожди, подожди, дальше будет мощнее. Тогда я сделаю, да, я сделаю подходик. Вау! На, держи. Держите, легко сказать. А это снимать надо. 10? Ему 80. Ему, но Вася-то уже 10. О, половина лесенки пройдена, как ощущение-то, а? Это что-то невероятное. Невероятное? Невероятное. Люди столько за тренировку не подтягиваются, мне кажется. Я за год столько не подтягиваюсь. Кстати, я тоже, да. Итак, Мурат начинает круг на десяточке. Давай ему покажем четкую десяточку. Пам, пам. Красава, красава, присядь. Не, некоторые еще так, ну я не сделал уже этот круг, я не буду делать. Вообще, да. Я тоже так хочу, да. Пам, пам, Саня вот тащит прям 10, давай, Сань. Мощненько, давай, это сейчас. Это что-то невероятное. Сейчас дай после Ярика, я сделаю десяточку. Запишем. Давайте погромче, или оно не тянет погромче. Можно погромче? А то что, здесь видео, что ли, снимать? Давай. Дайте мне драйва. Дайте мне драйв. Давай, ты как дуз. Да-да. В присуху с двух ног. Не, ну когда нас шестеро, нормально, достаточно время, чтобы отдохнуть. Половина есть, большая половина впереди. Это превьюха просто. Это просто превьюха, если ты будешь играть на воображаемой гитаре. Все, давай дождемся до рифа. Двадцаточка пошла. Давай. Так же четко, как первые два повторения, так же и двадцатка сейчас Санек тоже повторит. Давай, Сань, тащи. Сила воркаута. У меня руки дрожат. Давай, дотягивай, дотягивай. Четко. Как ощущение после двадцатки? Нормально? Ничего особенного.
Я не знаю, ребят, почему вы жалуетесь на эти программы от барбосов в интернете, но так, пока ничего особенного. Я вообще не жалуюсь. Саня, правда, блевать он пошел. Мурат, что мы делаем дальше? Мы дошли до двадцатки. Дошли до двадцатки, идем вниз. И после этого ждем минутки 3 и делаем 10 по 10. Между ними минуту вот. Ты пошутил сейчас? Как вам, парни? Ну, конечно, подтягивание что-то. Нет, ты сейчас сделал, ты уже все. Какие 10 по 10? Ты про 10 по 10 слышал, Сань? Че там? Ну, сначала вниз дойдем, а потом 10 по 10. Выходит? Молчи. Здесь по 10 100 после 200. Что? Я думал, вообще сегодня отжимашки будут. All these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right, yeah? All these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Onto my feet, another cup of coffee and me. That's what I need, my eyes puffy like you see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think I need to be on some medication. I think I need to figure out the segregation. I think I needed just a better education. Десяточка от Мурата, челка. Вот, смотрите. Как будто и не было этих сотен подтягиваний. Четко и ровно, лесенка все идет и идет, идет и идет. Без отдыха, друг за другом. И никто, кроме Кости, не разбивал свои подходы. Все тащат, мощно. Вот это тренер, который вкачивает. Давай, Санек, здесь. Красава, красава. Как ощущения? Это что-то невероятное. Давай Яра будет делать, я буду показывать тебе, чтобы не показывать, как Яра плохо делает. Давай, Яр, делай, давай. Красава, четко, давай еще, давай. Вот так вот. Давай, Яра четко, так же, как и все мы, делает. Знаешь, полную амплитуду. Сейчас сними, я десятку втоплю Тяжело, я скажу, зацени новые. Новая коллекция футболок Кортеж 500, видите, принт на спине, рукава реглан, специально для широких плеч, огонь. Уже на сайте можно заказывать. Санька такой нету, не заслужил. Это материал какой? Майк, да? Да. Лесенка почти закончилась, остался последний подход. Погнали, последняя парочка, последние два. А, еще Костя, да? Ладно, ждем. Подождите, ребят, 5-минутный перерыв. Сейчас Костя доделает. Все, давай, последние два, давай. Давай, бам! Давай, бам! Красава, Саек, повторишь. Давай, два выхода, такой, бам! Огонь, взлетает просто. Все, так, Яру что, будем показывать, не будем? Давай, Яр. Яр, давай. Что ты говоришь? Давай, Яр, делай. Давай, раз, давай. Давай, второй.
издеваешься, возьми, потяни. Давай, Яр, топи. Топи, Яра, давай. Давай, красава, Яра, четко. Дай я попробую эти долбанные выходы. 6, да. Что-то тебе тяжело как-то идет. А, ты закрути. Такой попробовал провернуть, а они такие, хрен с два. Кожные перчатки Т2, специально для лета. Без пальцев, не скользят, четкий хват. Хотите делать максимум подтягиваний, используйте именно эти перчи. Кстати, Ник Едишин, Ник Анисимов их одобряет. Уф, ну а мы закончили с разминкой сегодня. Дождь тоже закончился. А это значит, пора переходить к трению. Что мы делаем дальше, ты не знаешь. Что мы делаем дальше, Мурат? 10 походов, по 10 повторений подтягиваем. Ну мы же только что подтягивались. Ну что, еще поподтягиваем. Вот так вот тренироваться с барбосами. Разминка, да? Ну и что? Мы сделали овер 100-500 подтягиваний, и сейчас еще. Что ты скажешь на это? Ничего, весело. Давно ты не тренил с кем-нибудь в таком духе? Соскучился по хардовым треням? Да тебе не с твоими лопушками тренироваться в парке Победы. Не согласен. Мы отдыхаем пока, да? Сколько мы отдыхаем? 2 минуты. А между подходами будет? Минута. А сколько отдых держится? Минута. Разбиваемся по парам. Сначала блоками подтягиваемся. Ребят, один подтягивается, вопрос. Второй подтягивается. Ждем 40 секунд. И дальше опять заново. Один подтягивается. Один общий, да? Нет, у каждого свой секундомер. У каждого свой. Да, у каждого двое. Как ощущения? Запиши. Как ощущения, Санёк? Это что-то невероятное! Можно, в принципе, еще подтягиваться. Мы и будем сейчас еще подтягиваться. Подожди, подожди. Чего мы там начинаем? Слушай, она реально была за подтягивание? Что ты придумал? Да, там послабжем. Делаем лесенку патриотов. Лесенку патриотов! Опять? Двойками получается. Так, двойками, да. Что делаем? Слушай, народ! Вон, Мурат сейчас все скажет. Да, короче, двое становятся, делают подход. Ты можешь меньше, я буду с Антоном. Кто быстрее сделает, ждет отстающего. Мурат, давай сюда. Отстающий сделал, двое уходят, следующая двойка заходит и начинает делать. И так далее. Ну, короче, просто попарно делаем, да? Попарно делаем. Мурат, Санёк, давай лиди, Саша там. Делай 5, 10, 15, 20. Тебе нормально? Нормально. Поехали. Да, давай. Кто со мной? Да, вверх и вниз. Конечно. Лесенка патриот, ты что, забыл? Нет, не забыл. Давай, топи. Лесенку патриотов нельзя забыть. Да, они сначала сделают, я поснимаю. Сань, сними. Как мы сейчас топим. Я думал, ты будешь на высокой делать. Да! Тренер пришел. 20.
Эти машины топят, не зная жалости, пощады и отдыха. Че, как ощущения? Почему он еще разделся? Видишь, еще один разделся. Я же говорю, все сейчас... На, сними, как он делать будет. Он качок, он раздетый. Давай, снимай, как он будет делать. Ты меня пугаешь. Он попросил, чтобы я снимал, как ты делаешь, потому что ты разделся. Я тоже об этом же. Прости, что я тебя рассмешил, но это он. Ходится, да, зараза такая. А ты ее не вскрывал, да, получается? Нет. А, я просто вскрыл. Я вскрыл и вот берешь перекись и... БФ-9. Дышащий этот. Не, не клуб БФ-9. Пластырь. Дышащий пластырь, да. Угу. В день 3 раза, когда перекись вышибают, перекись. Ну, хотя бы 2 раза в день. Угу. За дня 3-4 заживает сразу. Так и сделаю. У меня просто, когда она большая, я один раз тоже не вскрывал. Один раз чуть вскрыл, она случайно загноилась, потом 2 недели. У меня там лимфа потекла. 2 недели вот эта перекись. Что делаешь ты? Ты делай, делай, я должен снимать. Такая вот бляшка вот была просто. А теперь как только это появляется, сразу ее полностью всю кожу срезаю, чтобы только место осталось. Перекись и пластырь. Пластырь, а зеленка не херачит? Не, но она загрубеет. Зеленка, да это будет жестко. Пока не вскрывай. Открой. Не надо. Я не открываю. Че? Я уже 30 сделал. На брусьях? Он завел мои брусья, еще не а могу. А ты что не делаешь? Он завел мои брусья, я снимал ваши. Ты очередь забиваешь. Да, я снимал ваши про мозоль, короче, ваши. Ярик уже молится, бля. Думаете, они так бодрячком делают? Какой подход? Они так делают уже 6-й подход. Это с ракет гребаный. Че, Сань, как впечатление? Да, обычно. После 190 отжиманий обычные. Невероятные! Вот! Вот, все, я вижу, что ты снова начал набирать. Да, да. Поехали, последние 10. У тебя на канале уже зрители соскучились, они спрашивают, где Санек, где Санек? Я на брусьях. Он на брусьях. Я на брусьях. Ребята, на брусьях в Балашихе просто целыми днями. Приезжайте, вы его там увидите. Все? Все, лесенка патриотов. Это что-то невероятное. 290 брусьев сделано. А, что дальше, Мурат? Что? Что, спроси Мурат, что дальше, мне еще 10. Что лет. Дальше, Мурат? Мурат, что дальше? Это знаешь, такие вопросы? Что никогда никто хочет от меня. Или просто знаки вопроса вокруг тебя такие. Такой мем такой в дизу, Мурат, что дальше? Ты уже готов убедить, что будет дальше, или мы пока доделываем? Готов? Давай. Я думаю, сделаем, короче, такую ерунду. Делаем 20 подтягиваний на турнике, прыгаем 10, делаем 40 отжиманий от пола. Итак, от турника минус 5, от пола минус 10 из отдыха. За минимальное время. Готовь несколько могилочек тут вот. Копать за минимальное время такую байду. Жад гребаный какой-то. Блин, дай мы десяточку сделаем. Я блевану от этого, пацаны, честно говоря. Да, я делал уже это бессмысленная тема, да? 20, 40, 15, 30, да? 10, 20. Я не буду делать. Потом 5, 10 и вверх, да, еще? А, все. Ну, один. Я сделал, наверное, блюсь. Ну, это нормально. Не, ну, если кто... Для дрыщей, кому что? Это кажется сложным, уменьшить, уменьшить тебе не обязательно. Я про сейчас, наверное... Кому кажется сложным делать... Нет. Короче, ребят, кто ущерб, кто вот слабый, вот кроме своего ничего тяжелее не поднимал, тот делает меньше. Мы, короче, а нормальные пацаны делают 5 подтягиваний, 5 отжиманий, 4 подтягивания, 4 отжимания. И так до одного. Все, больше не делаем, ребят, а то перетрен будет. Поехали, 20 подтягиваний, 20 подтягиваний. 20 подтягиваний, 40 отжиманий. Пум-пум-пум. Вот это мощь. Вся мощь Мурата в этом сете, да, что скажешь? Который мы каждый тренинг делаем, все. Давай.
Они подыхалки эти сеты бьют очень сильно, вот эти переходы прямо. Да, потому что постоянно сверху вниз. Да, и отжимания подтягивания, кровь не успевает. Как там это, как у полумягких? Поэтому я хочу делать присядку. Давай, второй подход. Ну уже тяжело, но он тащит. Огонь. 30 отжиманий. Я, наверное, целиком от секса. Нет, там без отдыха. И таких 5 подходов. Нет, там нет отдыха, это сразу. Последняя десятка, пятерка. И последние 10 отжиманий, давай. Так, последняя зарубка на сегодня, да? Да. Брат, что делаем? Объясни зрителям. 20 отжиманий от брусьев. После этого слазим, делаем сразу же 10 отжиманий от пола, потом брусья минус 2 до 2, пол минус 1 до 1, без отдыха. Find you control your own mind, hey, you'll be fine, hey, just take your time, hey.
Enjoy the climb, ay. Enjoy the grind, ay. You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, ay. Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control, then don't just take it, ay. You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up on moving forward. And I will never miss my chance, take it now. I play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no, I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no, my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I will always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up on moving forward. And I will never miss my chance, take it now. Как ощущения? Класс. Ну, я люблю такие штуки. Вот будете так тренить, как Мурат, сможете накачаться на турниках. А будете делать 5 девчачьих подтягиваний, можете дальше говорить, что на турниках не накачается. Потому что так, как вы трените, никогда не накачаться. Это что-то невероятное! Да, это твоя. Это точно моя. Это круто. Нормальный тренинг. Отлично. Вот так мы загасились к ребятам в Балашиху, потренили вместе с ними. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, зовите в свой город, потреним вместе с вами. И ставьте. Питер. Ты хочешь сказать, что это Питер? Вдруг я не смотрю. Питер, жди. Питер, жди, Питер, жди. Ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья. И до встречи в следующем видео. Пока. Workout Russia Tour продолжается.